Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы находимся на метро Сухаревская в центре Москвы. Здесь представлен наш киоск по продаже монет. Мы в последнее время стали расширять ассортимент. В последнее время мы разработали новый ассортимент для коллекционеров. Подготовили дореформенные советские монеты. Вот, обратите внимание, наш коричневый стенд висит. То есть это вторая точка с дореформенными монетами советскими, редкими. Раньше мы ставили только обычные монеты с СССР после 61 года. В последнее время мы решили ставить дореформенные монеты до 61 года. Достаточно долго разрабатывали этот ассортимент. И, наконец, то есть идея вынашивалась уже более чем полгода, и, наконец, мы представили эти монеты. У нас в настоящий момент всего представлено две точки по продаже дореформенных советских монет. Первая точка – это у станции Багратионовская, Барклая 10, прямо у метро, киоск в чате. На базе него поставлен такой же квадратный коричневый стенд. А вторая точка – это у метро Сухаревская, прямо у выхода из метро на Сухаревской площади. Обратите внимание, с другой стороны вот Макдональдс и храм. Наш киоск находится с противоположной стороны. Интерес дореформенных монет заключается в том, что монеты во время реформы 61 года были изъяты из обращения дореформенные. И если вы поспрашиваете у населения, у кого что осталось в мешках, то остались в основном монетки после реформенной, после 61 года. А до 61 года монет осталось мизерное количество. Мы с большим трудом насобирали такой ассортимент интересных монет и представили вам, уважаемый нумизмат. Компания «Русская монета» планирует таких открыть точек не менее 10 дореформенных. С дореформенными монетами здесь представлены 50-е, 40-е, 30-е, 20-е годы. Вот. Цены разные, всевозможные, качество тоже разное. Самое главное, что я хочу сказать, что монеты, которые представлены в стенде, они самые плохие по качеству. Самые хорошие монеты мы оставили в коробках, чтобы вы их могли купить. То есть вы подходите к стенду, смотрите номер, предположим, там номер 568, и говорите продавцу: мне нужен номер 568. Она вам показывает на выбор несколько экземпляров, допустим, этой монетки дореформенной. Выбираете себе лучший экземпляр и покупаете. Таким образом, мы стремимся к максимальной честности при продаже монет. То есть мы не ставим заведомо красивый материал на стенд, чтобы никто нас не мог уличить в том, что мы занимаемся каким-то обманом. В стенде монеты похуже, чем в коробках. Вот таким образом мы реализуем наши монеты. Надеемся, что вы придете на наши точки, в частности на метро Сухаревская, и посмотрите наш новый ассортимент. С вами был руководитель компании «Русская монета» Рекичинский Дмитрий. Удачных вам покупок!